Народ, сегодня хочу прокатиться на разлив, посмотреть, что там у нас с прозраком. Вот. Ну, так скажем, прокатиться, поглядеть, определиться, что будем делать в дальнейшем. Хотел, если будет прозрак, хотел понырять без ружья, вот, поснимать рыбку, если увидим, вот, потому что прошлые года что-то на разливах как-то с рыбой не очень, прячется рыба хорошо, найти ее довольно-таки тяжело. Я имею в виду, вот едем на реку Ворон, вот я именно вот по реке Вороне сужу. Вот. Так что понырять хотелось бы, поснимать. Ну, что из этого получится, смотрим дальше. Ворона. Вот. Река в нормальных своих руслах, она не меньше моста, меньше габаритов моста намного. Вот. И вы сами видите, как это все дело разлилось. Вот с правой стороны там дальше железнодорожный мост, вот, под которым, значит, чуть-чуть дальше которого происходит слияние двух рек Воронежской области. Река Ворона впадает в реку Хопер. Вот вы сами смотрите, какой разлив. Это просто пипец. Я сомневаюсь, что у нас будет хороший прозрак. Хотя бы, может быть, до метров, если бы был прозрак. Сейчас вы представляете, что творится, как омылись эти все берега, и вот те пикникеры, которые ходят на пикники и после себя ничего не убирают, и это все с берегов смыло. Город Борисоглебск, основанный знаменитыми Борисом и Глебом. Внимание, впереди камеры контроля скорости. В изначальном своем создании город был купеческий. Здесь очень много жило много очень купцов. Вот, купцов, ремесленников. Вот, довольно-таки такой зажиточный город был. Остались еще вот старые постройки домов. Вот. Интересный городишко такой, самобытный. Вот. Раньше много было здесь заводов при Советском Союзе. Сейчас, конечно, ни один завод здесь не работает. Все пораспродали, все поразвалили. Одни магазины. Короче, город снова стал купеческим. Купи-продай называется.
сколько воды. Ужас, здесь никогда такого не было. Здесь такого не было никогда. Так, ну вот. Так, ну вот, подъехали, сейчас переоденем камеру в непромокаемый бокс. Вот, попробуем с моста это все посмотреть. Течение, конечно, сильное, наверное. Но здесь такого никогда не было. Здесь не река, здесь старое пересохшее русло. И было такими вот плешами, как типа озера образовались. Вот старая река была здесь раньше, Чигарак. Она впадала в Ворону. Вот, довольно-таки много рыбы раньше было. Сейчас все это дело пересохло. И надеюсь, что хоть какой-то прозрак будет. Не отключайтесь. Сейчас переодеваем камеру и идем запускать камеру с моста. Надеюсь, она не оторвется. Всем пока. Ну, в смысле, смотрим дальше. Мост, конечно, в хорошем состоянии. Блин, по нему идти страшно. Ох, жуть, а сколько деревьев-то насмывало. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну ничего, сверху, кажется, прозрак есть. Как оно будет выглядеть в натуре? Посмотрим дальше. Да, течение довольно-таки сильное. Сильное довольно-таки течение. Тут такого отродясь не было. Тут такого не было отродясь. Не, блин, по мосту страшно идти, ну, надо попробовать на другую сторону. Фига себе, эта сторона еще хуже, чем та. Ай-яй-яй, твою дивизию. Ну ладно, будем пытать счастье здесь. Вот. На глубине не знаю, камеру может снести под это, под какой-нибудь топляк, ее потом не достанешь. Лучше попробовать где-нибудь довольно-таки слабенькая. Ну, в пределах может быть метра где-то что-то и будет. Хотя сверху казалось, что видимость будет хорошая. Ничего, довольно-таки сильное течение, даже видно, как это все. Проносятся песчинки, пузырьки воздуха прям с большой силой. Попробуем вернуться с другой стороны сейчас. Смотрите, да, мост в ужасном состоянии. Блин, а идти страшно, такое ощущение, как будто он сейчас рухнет. Пойдем лучше по дороге. Да, вот это разлив в этом году. С
здесь ворона всего около километра отсюда. Ух, сколько же здесь всего понесло. Прямо заторы, заторы, заторы. Вот она, гадина ползучая. Вон, смотрите, прям вон на бревне ползет. Черная, прям жуковая гадюка. Аж мурашки ползут. Не люблю я их. Вот, это вот черная гадюка Никольского. Вот она обитает в лесостепных и степных районах Европейской части России и Украины. Обитает также в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской областях. Предпочитает пойменные ландшафты рек Творона, Медведица, Хопер, Дон, Северский Донец и Самара. Черная гадюка начинает проявлять активность вот ближе к середине весны. Вот спаривание как раз вот у них в мае. Вот, блин, вот самый такой вот сезон, она вот самая ядовючая. Вот, и защищает она свою территорию, блин, очень агрессивно. А вот в августе у самок появляется молодь где-то от 8 до 24 живых штук. Вот, блин, я видал такой кошмар, живут просто. Основную пищу змеи составляют мелкие грузины там, птенчики, лягушки, ящерицы. Черная гадюка вот по сравнению с уже образными змеями вот, передвигается так более-менее медленнее, ну я бы не сказал, шустренькая она все-таки, однако плавает она, блин, как торпеда. Вот. В опасных ситуациях, конечно, принимают такую вот S-образную стойку, шипит, совершает такие вот выпады, прям броски, нападает. Вот, ядовито, блин, для человека ее укусы, конечно, болезненные. И более одного укуса может привести к летальному исходу. Яд представляет собой смесь таких белковых веществ, ферментов и даже неорганических компонентов. Он разрушает, оказывает такое разрушительное действие на ткани, парализует нервную систему и способствует быстрому свертыванию крови. Укус гадюки очень опасен для человека, а иногда даже, блин, может быть и смертелен. Ее яд быстро попадает в кровь, и где-то в течение 15-20 минут после укуса появляется такое головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, озноб. Самое опасное – это судороги, обморок и кома. И, блин, только тебя так и звали, блин. Вот. Видимость вот на мелководье вроде бы что-то вот есть. Ух, сейчас как вынырнет, прям за камеру укусит. Аж, блин, ничего приятного, конечно, с такой встречей черной гадины, блин, не освещает. Ну, я не знаю, в воде не кусают, не кусают. Но в камеру, вот мне вот не в камеру, а в маску пару раз тыкались. Ну, как-то мы мирно расходились с этими тварями. Ух, миловал. Вот, как-то так. Ну, видимость такая. Ну, может быть, через недельку можно будет занырнуть, поснимать что да как. Вот. Такие вот дела. Ну что, народ, кому вот понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. Заходим на мою страничку на YouTube. Вот, всем здоровья, удачи и всем пока!